Привет, друзья. Ну вот есть Дон Кихот, который там все время с ветряными мельницами. Помните, и там Санчо Панчо, и там и его любимая Дульсинея. Да, я тоже такой же Дон Кихот. Понятно все, с ветряными мельницами. И Дульсинея. Но у меня нет Дульсинеи, поэтому я все время рисую Дульсинею. Я отвечаю просто на вопрос, почему вы все время девушек рисуете? Не только девушек. Я рисую и горы, и леса, и ромашки. Если вы не видели, посмотрите. Очень много картин хороших. А сейчас и выйдет новая уже книга. Там 30 картин или 50 даже картин издательства АСТ согласились поставить. И это будет просто чудесно. Так вот, теперь я дам вам прием очень простой для того, чтобы снять напряжение. Очень простой, но до такой степени простой, он как раз-таки основан на том, что ты синхронизируешь текущие действия, которые выражают состояние твое, самими этими действиями, но осознанно. Осознанно синхронизируешь, то есть ты делаешь осознанно то, что ты инстинктивно делаешь. А в чем преимущество? А тем, что ты потом можешь это делать без приемов, когда ты хочешь расслабиться. Захотел и расслабишься. А сейчас, например, обрати внимание. Вот ты, например, стоишь, сидишь или лежишь, и хочешь расслабиться, и прикрываешь глаза. Просто прикрываешь глаза, да, и наблюдаешь за веками. Ну, обычно, когда человек переходит в состояние расслабленности, в сон, например, они у него в этот момент мелко-мелко подергиваются, трепещут, потому что повторяемые действия, как вы уже знаете из моих занятий и лекций, снимают напряжение. В данном случае на высоких частотах трепетание век. Если вы обращаете внимание на веки, пытаясь расслабиться, пытаясь вспомнить хорошее состояние, покоя, безбрежного такого состояния, бесконечности, безвремения, а они трепещут, например. Вот тогда вы направляете осознанно внимание на веки и усиливаете этот инстинктивный механизм, помогающий вам расслабиться, своим дополнительным действием. Вот так поморгайте, 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 чем можно чаще, 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 еще чаще, еще чаще, еще чаще, еще чаще, тем самым помогаете организму справиться с тем, что он и сам инстинктивно пытается сделать, то есть сбросить напряжение. А потом уже вот так вот сидите и пустите мысли на самотек, думайте, о чем думается, о чем бы вам ни думалось, ничему не мешайте, в этом весь секрет. Не боритесь с собой, пускай, даже самые плохие мысли, если приходят в голову, пропускайте через себя. И вы заметите, что вы быстрее расслабляетесь, потому что вы помогли осознанным действиям, своим инстинктивным защитным реакциям, когда хотите сбросить напряжение. До встречи.